Всем привет! Вы на канале Гараж 28. Сегодня обзор инструмента. Решил сделать себе небольшой новогодний подарок. Недавно в бегам ходил за плиткорезом. Был сертификат на 3000, плиткорез всего 1500. Решил взять на сдачу себе такой вот дремель. Точнее сказать правильно, она называется гравировальная машина. Г150 от фирмы Вихрь. Фирма Вихрь мне не особо нравится, но выбора у меня не было. Деньги надо было, сертификат точнее сказать, потратить. На что-то более качественное у меня не было денег. Поэтому решил рискнуть и взять такой вот наборчик. На сайте посмотрел. Стоимость его на где-то 1200. У меня 1500 ушло на плиткорез, 1200 на этот. И еще 300 рублей там было. Взял себе пассатижи зубровские. На сайте не было информации, что он идет в кейсе и что у него есть целый набор разных шарожек, дисков и насадок. Мощность дремеля 150 ватт. Обороты от 8000 до 30000 оборотов в минуту. Значит, сомневаюсь, что тут есть 30000 оборотов. Размер цанги от 2,3 до 3,2 мм. В наборе, значит, есть валик для наждачки. Есть войлочные круги. Два сверла. Отрезные диски. И такие вот керамические абразивные разные шарошки или фрезы. Также есть ключик, здесь патрон зажимной. Как бы с этим инструментом, в принципе, я знаком. У меня такой же был от знакомого, только другой фирмы. Также для этого инструмента давненько уж лежит. Друга наставил тоже сменные наждачные валики, отрезные диски. В общем, такой вот инструментик. По качеству пока не скажу, но в работе еще ни разу не был. Как гравировщик он не особо пойдет. На этом, в принципе, все. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Как всегда, всем всего самого наилучшего. Всех с наступившим Новым годом. Пока.